The wall itself has a weird history. It's a circus, впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты... Себя, а защищать правду Божью. Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Мы попытаемся пройти через еще одного сына Иакова. We won't have time to go all the way, but as some of you may already know, I'll be back in November and I will continue this teaching. Кто-то из вас уже знает, что я вернусь первой неделю ноября, и мы продолжим шесть остальных, продолжим это учение. So, little patience. Так что немножко терпения. Okay, what I want to do is try and go through this one more, and then if there's still some time over, we can spend some time in prayer. Если мы успеем за эти два урока пройти определение еще одного сына и камня, и у нас останется время, мы еще помолимся с вами. Okay. So good. Dan. Итак, будем определять Дана. And the sapphire. И сапфир. Okay. This is the fifth stone. Это пятый камень. It comes from a root Hebrew word. И там есть корень еврейского слова. Meaning to scratch, inscribe, scratch. Как поцарапанный слово yeah. означает. Inscribe. И нацарапанный. Or in some way mark. Или как бы помеченный, отмеченный. Okay. It could be used to write on other objects. This stone could yeah. be used. Этот камень можно было использовать для того, чтобы нацарапывать на других материалах, объектах. Okay. Sapphire is a transparent, rich blue or deep purple blue. Сапфир является собой яркий синий цвет или... Бывает такой глубокий сине-фиолетовый цвет. Okay. It's the second foundation stone of New Jerusalem. И этот камень является вторым в основании Нового Иерусалима. Okay. Symbolism of the stone. Итак, символизм камня сапфира у нас. Its color, blue. Его цвет синий. Symbolic of royalty. Опять же, символизирует царственность. Sovereignty. Господство. Yeah. Rulership. Владычество. Power. Силу. Something that is worthy to be honored. Что-то, что достойно того, чтобы им владеть. Okay. Esther. Книга Эсфери. Chapter 8. Восьмая глава, verses 15 and 16. 15-16 стих. «И Мардохей вышел от царя в царском одеянии, у нас написан яхонтовый, на самом деле синего и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весоной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался, а у идеев тогда было освящение и радость, и веселье, и торжество». Okay, I'm sure you are all very familiar with the story. Думаю, что всем вам знакома история Эсфири. But here Mordecai is leaving, and it says he has been given a royal garment of blue and white. We have different color. Mm-hmm. Но здесь описывается именно Мордехей, который получил царские одеяния, которые были синего и белого цвета. Okay, this is what it, I discovered from the Hebrew. И мы изучили это с иврита, то есть синий цвет написан с иврита. He said, a crown of gold. И также была, был большой золотой венец. And also a purple robe. И также были пурпуровые одежды. Okay. Или фиолетовые. Как as I said, as just said just now, the color of the stone can be this very clear blue or a deep purplish blue. И как я сначала сказал, что это или яркий синий цвет сапфирового камня, или же может быть фиолетового синего глубокого цвета. Okay. In Ezekiel, Иезекииля, chapter 23, 23 глава, verse 6, 6 стих.
А опять же, у нас другой цвет используется. И к одевавшимся в ткани синего цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях. Okay, does it say blue there? No. No? Oh, dear. Clothed in blue, it says. Здесь написано, что они были одеты в синий цвет. Okay. These are the problems we face with different translations, okay? Это проблемы, с которыми мы сталкиваемся при разных переводах. What color does it say? I even can't translate it. It's very old, not useful now. Okay. The color. Okay. Its transparency refers to there being no. Oh, I have to give you another word for this. Sorry, just as a second. As who has power? Okay. Its transparency refers to there being no appearance of treachery. Even you or well, treachery. I'm giving you another word. In English it's translated as guile. It means without any pretense. Okay. Does that help you? I hope. Okay. Not being deceiving. Что здесь описывается этот цвет, и как бы он является ясным, прозрачным и без всякого сомнения. Okay. Transparency refers to the fact that you can see through it. You can see. И прозрачность, когда мы говорим про слово прозрачность, это значит, что можно видеть сквозь. Okay. In the same way, we need to be transparent before God, but. Другими словами, наша жизнь тоже должна быть прозрачной перед Господом. That's not very difficult because he knows everything anyway. И это не совсем сложно, потому что он все про всех знает. But we need to be transparent towards one another also. Но также мы должны быть прозрачными друг перед другом, не утаивая вещи. Yeah, so that we could operate in the right way. You remember Yeshua when he called Nathanael? Помните, когда Иешуа говорил с Нафанаилом? He said, "Here is an Israelite wherein is no guile." Когда он сказал, вот человек, в котором истинно нет лукавства. Okay, this is what it means. Вот There's, что это означает. Прозрачность, this, когда говорим. But it is that transparency is meaning that we are very open. Но также слово прозрачность в нашем ключе также означает, что мы Allowing очень открыты. People to see in our lives. Позволяем людям видеть наши жизни. As I mentioned the other day, we had a period in our lives when we had people living in our home with our family. Когда я говорил вам уже, да, что мы был период, когда с нашей семьей жило много людей. There's a saying in English which says if you really want to get to know someone, live with them. В английском есть такая фраза: если ты на самом деле хочешь кого-то хорошо знать, поживи с ним. Yeah. If you see people constantly, then there is very little that you can hide. Если ты постоянно видишь людей или живешь с ними, общаешься, то все меньше и меньше остается того, что ты можешь утаить. It means also there is no deception. Также это означает, что нет. No deception. I do not deceive you. Разделение нет. Okay. One second. Dishonesty, trickery. Нечестности. Опять же, лукавство, другими okay. словами. Scripture tells us that the devil is a deceiver. Нам Писание называет дьявола обманщиком. Yeah, he tries to trick us, to bring us into Он пытается обмануть sin. Нас постоянно, слукавить. Also, it means that there is no covering of the truth. И также это означает, что нет покрытия истины okay. над тем, чтобы говорить или не We don't говорить. Tell half truths. Мы не говорим наполовину правду. We tell the whole truth. Мы говорим всю правду. Okay. As believers, как верующие, as I said, I should be transparent like the sapphire. Как верующие, мы должны быть прозрачны или не лукавы, как сапфир. I'm to rid myself of ulterior motives.
Ulterior motives. Hidden motives, concealed motives. Не должно быть каких-то скрытых тайных мотивов. Yeah? And any form of deception. И никакой формы обмана. I am to fulfill my calling without cunning. Yes, okay. Я должен исполнять свое призвание. Without being, yeah, it's almost it's trying being very clever at deceiving. It means. Это означает быть просто очень честным, искренним. Okay, so basically the whole concept is that we need to have this openness towards one another. Вся концепция сводится к тому, что мы должны иметь открытость по отношению друг к другу. In the time in which we live, that's not always so easy. И во времена, которые мы с вами живем, это не всегда легко. If we are open and we let people see inside us, если мы открыты и позволяем людям увидеть внутренность нашу, very often they will use that against us. Очень часто они эти слабости используют против нас же. We have to get over that. И мы должны это переступать. Yeah, because people are always going to do that. Потому что люди всегда так будут пытаться делать. But if we are open, transparent. Но если мы открыты, если мы прозрачны, as I said the other day, God will be our defender. Бог будет нашим защитником. We don't need to defend ourselves. Нам не понадобится защищать нас самих. But as we do this, I believe it will make an impact on the world, which is without measurement in one sense. Но если мы так будем делать, вести себя вот так открыто и искренне, тогда это будет иметь огромное влияние на мир, безграничное влияние на мир, который нас окружает. Okay, in the beginning it may be difficult, but и может быть сначала это будет сложно. We need to learn it. Но мы должны учиться. The symbols in the order of the stone. Итак, символ порядка расположения этого камня. Okay, five. Числительное число 5. Is symbolic of abundant life. Символизирует жизнь в избытке. Okay, Genesis chapter 1 verses 20 to 23. Бытие. Chapter 1? Yep, Genesis 1:20-23. Бытие, первая глава с 20 по 23 стих. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу живую, пресмыкающихся, которой произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь, размножайтесь и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И было вечер, и было утро, день пятый». Okay. Is the picture clear enough for you here? Достаточно ли вам этой картины здесь? About abundant life. Okay. О жизни в избытке. In the English translation that I'm using here, it says, "Let the water teem with living creatures." It means let there be many, 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 many of them. У нас просто написано «размножайтесь и наполняйте воду». В английском эти слова означают, чтобы их было много, много разных видов. Okay. Чтобы преизбыточно. Not just one or two. Не один-два вида. Hundreds, thousands, сотни, millions. Тысячи. So it's a symbolic, and it was the fifth day, so it becomes symbolic of abundant life. И это было создано в пятый день, поэтому число пять — это символ плодовитой такой, избыточествующей жизни. And at the end it says, be fruitful and increase in number and fill the water in the seas and let the birds increase on the earth. И в конце этих стихов написано, что они должны плодиться и размножаться и наполнять воды, а птицы должны размножаться на земле. Okay. It can also mean atonement. Atonement. Wow. As in the day of atonement, Yom Kippur. Как день, также это должно означать искупление, как день Йом-Кипура. Mm-hmm. Okay. It's displayed in the offerings of the Tanakh. Это показывает картину приношений, которые потом пойдут в Танахе. There were burnt offerings. Были приношения птиц. Meal offerings. Было мясные приношения. Peace offerings. Peace offerings. Мирные приношения, мирные Sin жертвы. Offerings. Жертвы за грех. And trespass offerings. Trespass.
It's a little bit like sin, but it's not. It's wait. Не за грех, а. No, I can't give you a. So there were five. Anyway. Было пять видов приношений. There were five different types of offering. И было пять разных, пять животных использовали разное все. Go through scripture, you will find them. Okay, burnt offerings, meal offerings, peace offerings, sin offerings, and what is known as the trespass offering. Итак, птиц приносили в жертву, мясо приносили в жертву, были жертвы мирные, были жертвы за грех, и также пятое жертвоприношение было. Okay. Это были жертвы мирные, по-моему. Okay, trespass offerings, okay. It can also symbolize grace. Также это может нести в себе символ благодати. As revealed in the five names of Messiah in Isaiah chapter 9, verse 6. И мы можем найти это число 5, число благодати в описании пяти имен Мессии, которые мы находим в Исаии 9 главе в 6 стихе. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Okay, wonderful. Чудный, Counselor, Советник, Mighty God, Бог Крепкий, Everlasting Father, Отец Вечности, Prince of Peace. Князь Мира. Князь Шалома, лучше It's говорить. Interesting where you discover these things in Scripture. Очень интересно, когда вы изучаете the эти things come in numbers. Места в Писании, yeah. Что это все связано с цифрами. Okay. Here is five, but another number which is very interesting to study in Scripture is the number three. Это цифра пять, но также очень интересно изучать цифру три. How often that comes. And как часто она проявляется. The things that go with it. И как с ней взаимосвязаны многие вещи. Okay. So this is what we see. Вот что мы тут видим с вами. Some facts about Dan. Теперь пару фактов о Дане. His name means judge. Его имя означает судья. He was Jacob's fifth son. Он был пятым сыном Иакова. His mother was Bilha. Bilha. Как по-русски, он от наложницы был рожден. Rachel's от наложницы Рахили. Yeah. Bilha. Rachel, since she was barren, gave Bilha to Yaakov so that she could bear children to Yaakov on her behalf. Помните, да, как Рахиль сказала, дам наложницу свою, чтобы она родила сына, и чтобы я имела сына для Яакова от нее. Okay, in that time, в те времена, this was something that was done. Это то, что было, if a woman делалось. Was unfruitful, then she would find someone to bear children for her. В то время, если женщина была неплодна, она могла найти женщину, наложницу, которая могла выносить okay, ребенка, we don't understand that today. We, oh well, we do actually, because there are surrogate mothers today. И сегодня мы это можем увидеть в суррогатном материнстве. Who have children for on behalf of parents who cannot get themselves. Которые рожают детей для. So it's the same thing. Та же вещь. Okay. Rachel. When Dan was born, Rachel saw it as a sign that God had judged in her favor to give her a son. Когда родился Дан, Рахиль сказала, что рассудил Бог и дал ей сына. Okay, that's why she gave him that name. Поэтому она и дала ему это имя. Okay, just very quickly here, I don't think I've said it already, but names. Имена, which are given in Scripture, которые даются в Писании, were given very consciously, with great thought. Они шли с очень великой мыслью, Parents с сутью. Parents didn't just pick a name. Нельзя было просто выбрать имя. They thought about it and prayed about it. Они размышляли, они молились. And they were looking for a name which would represent the character of the child that was to be born. И они выбирали имя, которое бы характеризовало ребенка, который вот родился. In a way, they were trying to give some form of prophetic
a word over the child. И имя, так сказать, можно сказать, что оно включало в себе определенную часть пророчества, чего они, ну, ожидали или желали в жизни ребенка. As you go through scripture, so as we've been reading here, you will see that there was a very specific choice for a very specific reason. И если мы будем исследовать Писание, и вот как мы с вами его проходим сейчас, вы увидите, что всегда была причина и смысл, почему выбиралось то или иное имя. Today generally that doesn't happen so much. Сегодня уже так серьезно к этому не подходят. Okay, at least in the world, maybe under believers there are. По крайней мере, even there. Мир так не подходит, но, может быть, верующие все еще пытаются смысл вкладывать so. Имена, но уже не так серьезно, как тогда. When our three daughters were born, когда моих три дочери родились, we did exactly the same thing. We prayed, we thought, молились, and we asked God what names we should give. И мы спрашивали Бога, какие имена мы должны дать детям. Our oldest is called Sarah. Нашу старшую зовут Сара. And she is a Sarah. И она таки Сара. Her middle daughter is Esther. Среднюю зовут Эсфирь. And she is an Esther. И она таки соответствует имени Эсфирь. Star princess, very beautiful. Красивая принцесса. And our last daughter is called Johanna. И младшую зовут Йоханна. So we thought Иванка very carefully. Мы думали очень внимательно. Before we gave them names. До того, как мы выбрали и дали им имена. Okay. In the Hebrew culture, в еврейской культуре, it's very much a thing to think very carefully about a name. Это очень серьезное дело, и они думают и относятся к этому очень серьезно. Okay. But we'll move on. Яков's prophecy. Итак, двигаемся дальше и переходим к пророчеству Иакова над его сыном Даном. Okay. Genesis 49. 49 глава Бытия. Verses 16 to 18. С 16 по 18 стих. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Okay. This prophecy also became a reality. Это пророчество также сбылось. Dan judged his people when Samson ruled as judge over Israel. Samson. Samson. Samson was of the tribe of Dan. Самсон был из колена Данова, и Самсон судил народ Израилева, когда жил. Okay. Judges, chapter 13, if you want to read it. И вы можете прочитать это в Судьях, 13 главе. Okay. The serpent in this prophecy symbolizes swift, sudden, and unexpected judgment. Змей, который здесь описан, включает в себя внезапное, swift, sudden, внезапное, and unexpected неожидаемое, judgment. Неожидаемый суд. It is this type of judgment is executed with prudence, forethought, against an evil soul. Такой суд. Prudence, farsightedness, forethought, carefulness. On, okay, carefulness. But what forethought? Can you? Forethought, yeah. For? Prudence, no. It means thinking ahead. Okay. Once again, okay. Еще раз. This type of judgment. Этот таков вид суда. Is executed with prudence, forethought. Идет с ясностью и смотрит вперед на будущее. Against an evil foe. Против злых помышлений, скажем okay. так. This is the type of spirit Samson displayed against the Philistines. Такой вид духа, так сказать, был наполнял Самсона, когда он судил филистимлян. Okay, you remember the story of Samson? Помните историю Самсона? No? Не помните? Ну,
I'm just checking that you're still awake. Я проверяю вас. Okay, Samson did things very suddenly. Самсон поступал очень внезапно. You could have said in his anger. Можно сказать, что он вел из гнева своего. But he was set apart to God as a Nazarite. Но он отделен был как Назарей для Господа. And therefore, through God's Spirit, worked in him. И он так себя вел, потому что Дух Божий побуждал его внутри. So if you look at his life, you will see that the judgments that he brought were sudden and swift. И если вы вспомните историю про Самсона, то вы увидите, что его суд, он выносился всегда внезапным. And in many cases also unexpected. И очень неожиданно это было. When the soldiers came to arrest him after Delilah tied him up. И когда солдаты пришли его схватить у Делайлы. They all thought, oh, this is going to be simple. We'll just drag him off now and we've got him. Они подумали, легко будет схватить его. But scripture tells us that he broke the cords and he attacked the Philistines. Но unexpected. Писание говорит, что он неожиданно действовал и мог их всех победить. Okay, the horse and the rider represent swiftness, capability, and the pride that the enemies of the Lord had. Can you spell swift? Swift. S-W-I-F-T. Конь и всадник означают скорость. Okay, the horse and the rider represent swiftness, capability, and the pride that the enemies of the Lord have. Pride. И гордость, которую враги имели. Okay. Sometimes, иногда, even the believers, the saints, as it's called here, have this type of pride. Иногда даже верующие имеют такой, так сказать, вид гордости. Okay, let's read some scriptures. Давайте прочитаем Писание, тогда Exodus chapter 15. Исход 15 глава. Verse 1. Первый стих. Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord, for he is highly exalted, both horse and driver he has hurled into the sea. Yeah? Yeah. It sounded so short. Okay. Yeah, we don't have this part where the Moses and children of Israel, just it's written, I sing the song. Okay. Good. У нас написано, я пою Господу, а там написано, тогда Моисей и дети Израилевы пели песню перед Господом. Okay. And also then Haggai. There? Haggai, chapter 2, verse 22. Okay. Книга у нас Агея, chapter 2, verse 22. Агея, 2 глава, 22 стих. «И ниспровергну престолы царств, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их один мечом другого». We can see that even if we are walking in the pathways of God, мы можем увидеть, что даже если мы ходим, идем наш путь с Господом, even if the enemy seems to be more capable, faster, даже stronger, если может показаться, что наши враги более способны, более быстры, then God can give us the victory. Тогда Бог сам может дать нам свою победу. Ezekiel, Ezekiel chapter 10, verse 8, 10 глава, 8 can also give us some insight into this prophecy. Can you read what you... Ezekiel 10:8. Whoever digs a pit may fall into it. Whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. Ezekiel?
Ecclesiastes, sorry. I am very sorry. What chapter? Ecclesiastes 10:8. Не Иезекииль, Экклесиаст 10:8. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Экклесиаст 10:8. Okay, we're talking now about where it said at the end. Let me just go back to that. That looking for the deliverance of the Lord. Здесь мы видим освобождение от Господа. Помните концовка пророчества Дану. Hedges are symbolic of boundaries established by God for a person's well-being. I'm sorry. It's okay. Hedges are symbolic of boundaries. Now, it depends on the translation what you've got here, okay? I think they use different words. Yeah. А у нас это переведено как яма, это символизирует преграды. Okay, let me just look here, Ecclesiastes 10:8. He that digs a pit shall fall into whoever digs a pit may fall into it, whoever breaks through a wall. Ага, ну здесь у нас написано не, okay. не яма, а вторая часть стиха, и кто разрушает ограду. A wall and a hedge are very much the same word in Hebrew. В английском используется слово стена. Okay, these, let's say the walls then, or the hedges. Ограды или эти стены. Are symbolic of boundaries established by God. Символизирует не преграды, а ограждения, поставленные Богом. For a person's well-being and ultimately God's glory. Okay. Those hedges, those walls are set there. Они установлены. For a person's well-being. Для it would go well. Для безопасного проживания человека, его существования, эти ограды даны нам. And ultimately. To bring God glory. И в конце концов для того, чтобы человек мог воздавать славу Богу. Okay. They can be just about anything. Righteous, from God's command to just laws made by man, to a just agreement between two parties. Okay. The wall or the hedge. Okay. Идем дальше. Эти стены или ограды. Can be many things. Они могут во многом проявляться, быть многим. Okay. It can be a commandment of God. Это может быть заповедь Божья. It can also be some just law which is made. Это может быть какой-то закон, правило. Or a just agreement between two parties. Или согласие между вами двумя, что вы действуете только вот так, в этих рамках, вот okay. эти рамки. Это от Бога для нашего добра. Another idea is when it says in Scripture there were boundary markers showing where the borders of land was. И также были вот эти ограды, вот эти рамки, которые показывали края земли обетованной. Okay, in Finland we have the same thing. There is no fence around our ground. У нас в Финляндии мы как бы также в принципе живем. У нас нет заборов. Okay, there at certain points there are stones. Но в некоторых местах можно держать камешки с пометками. And they show where the border of our land is and where the land of the neighbor. И оно показывает, где конец моей земли и где начало уже не моей. Now in Scripture it tells you that you should not remove those. You should not. И Писание, если помните, говорит: не передвигай межи брата своего. You're doing something wrong. Потому что этим ты делаешь неправильно. We're talking about similar things. Здесь мы говорим о похожих вещах. When you make an agreement with someone. Когда вы входите в определенное согласие с кем-то. Which is a good agreement. Если мы говорим о хорошем согласии. Okay. It has to be just. Таковыми у нас и должны они быть if хорошие. Someone with evil intent с злыми намерениями comes along and tries to tear down those boundaries. Придет и попытается сдвинуть эти ограды. They will suffer a swift, sudden, and unexpected judgment. Их настигнет быстрое, неожиданное суд. Быстрый, неожиданный суд. That is directly or indirectly
sent by God. Это прямо или косвенно сказал Господь, сказано okay. Богом. Once again, it's talking about God being our defender. Здесь опять же говорится о том, что Бог наш защитник. Okay, I'm very swiftly trying to think of an example, but I don't come with one right now. But не приходит в голову быстрый пример. If I do, I will come back. In Jacob's prophecy, there is a person. В пророчестве Иакова над Даном есть человек, личность. That is the rider. Это one who is riding on a horse. Тот, кто едет на коне, всадник. He is full of pride. Он полон гордости. And he has determination to carry out a wicked scheme. И у него есть a wicked plan. Okay? Okay, if we go back. У нас только написано, что всадник упадет, что там он описывается как слабый. Это в пророчестве Иакова над Даном, 18 стихе Бытия 49. Okay. In those words he describes a rider who is coming with pride and evil intent. We have just his rider fallen backward. No yeah. pride. Okay. The intent in the prophetic word is that he's coming with evil intent. Окей, у нас нет этого в переводе, но там всадник описывается как со злыми намерениями, с гордостью, и вот его ужалит, он упадет, то есть на okay. его настигнет суд. In his intent, in his attempt to do so, в его стремлении поступать так, как он хочет, всадник, there is another party. Here it's described as a serpent, which is possibly not the best example, but и тут описывается, что против него выйдет кто там, змей, который уязвляет ногу. Может, это не самый лучший пример. As we usually associate the serpent with evil and the enemy. Потому что мы обычно змея ассоциируем со злом, с дьяволом. In this case, he seems to be a righteous serpent. Здесь этот змей выглядит очень даже праведным. Okay. He probably looked harmless and powerless to the rider. Он может быть выглядеть вообще бессильным и ни на что не способным перед всадником. Okay, but he carries out the judgment of God. Но на самом деле это тот змей, который несет суд Божий. In a way that totally disrupts and destroys the evil plot. И у него получится полностью разрушить все злые замыслы. Thus, in the end, the salvation of the Lord is manifested to those who waited for him. И в конце концов, спасение Господне будет явлено для тех, кто ожидает его. Okay, let's try and give you something which will help you to understand. Yeshua commanded us to be wise as serpents and harmless as doves. Я сейчас скажу то, что, надеюсь, вам поможет. Помните, Иешуа сказал, будьте хитры, как змеи, мудры, как змеи, и смиренны, как голуби. Matthew chapter 10, verses 16 and 17. Матфея, 10 глава, 16 стих. I am sending you out like sheep among wolves. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Yeah, depending on how it's translated there, it uses the word wise or clever or wise. Yeah, it uses the wise or clever or very able to find a means. Мудрый, способный найти решение. Вот так переводится слово мудрый как змеи. When the need arises for us to take a stand or act on God's behalf in some way, when the need comes, когда нужда приходит, for us to stand firm, для нас стоять твердо, уверенно, or to act или действовать on God's behalf, с Божьей помощью, на Божьей стороне, we should move quickly, двигаться быстро, and with farsightedness. Or forethought. Дальше, то есть как бы вперед, okay. преодолевая преграды.
Acting in this way действуя таким образом avoids needless offenses, and God will be glorified. Бог будет acting in this way да, with таким образом avoids needless offense to God. Yeah, okay, if we act impulsively. Okay, давайте объясним так. Если мы действуем импульсивно, yeah, we can do things мы можем что-то сделать, which would be actually dishonorable to God. На самом деле они не будут почтительны по отношению к Богу. Because we're not acting under the authority and movement of the Spirit. Потому что мы не действуем под властью и под действием Духа Святого. But if we act prudently, но если мы будем действовать it will not bring offense to God. Тогда это не будет приносить but it will bring glory to him. Так сказать, вреда Богу, это принесет славу Богу. Okay? The object is to bring glory to God. Мы должны приносить славу. If we act in our own strength or in our own ideas, личной силой или своими идеями, then we can do things which would not give the glory to God, but it may give it to us. Тогда мы будем делать то, что не приносит славу Богу, а приносит только славу нам. Remember Moses and the rock. Помните Моисея у скалы. He was supposed to speak to the rock, and he hit it. Он должен был проговорить скале, а он ее ударил. And God says, "You dishonored me in the eyes of the children of Israel." И Бог сказал: "Ты меня в этот момент не почтил пред лицом народа Израиля." It was your own anger. It was your own effort. Это был твой личный гнев и твое решение, твое действие. Instead of doing what I told you to do. Вместо того, что я тебе сказал сделать. You did not honor me. Ты не почтил меня. In the eyes of the people. В глазах народа. And it led to the consequences of not being able to enter into the land. И в итоге они не вошли в землю обетованную. Okay, that's what I'm talking about. Вот о чем я говорю, okay. Что наши действия должны возносить славу Богу, а не нам.